Магма, Черная лужа. лужа. Черная лужа, да. Соответственно, если ты успеваешь с нее выбежать, тебя не продамажит, тебя не откинет. Не успеваешь, да. тебя продамажит, тебя откинет. Все правильно. Ну, все, не, вопросов нет. Конечно, тогда беготня. Для чего так я говорю держать рейндж? А то есть, если только один там будет стоять, в него влетит, и он не успеет выбежать, то он только один. Да его ваншотит. Его не ваншотит. Метеор ваншот, вот сейчас метеор ваншотнул. Метеор ваншотит, если только в одного да. цель влетает. Не успевает убежать от него. Ну, соответственно, отбегайте, ребят. Чё проще, отбежать 10 человек от метеорита или отбежать одному человеку от метеорита? Считайте, вот, что Ума Тума написал. Не стоите на небо, смотрите, а можете так постоянно бегать. Если кто умеет, соответственно, может стоять, смотреть на небо. На X10, когда убивали, никогда не стояли в одной куче, всегда все бегали. Разноброс, чтобы не... Давайте стопать флот, Павлова, готов? Лен отошел. Павлова. Угу, отлично. А, девочка, все, понял. Чё, так, Саня, будешь бегать, что дальше не там бегай? Да без проблем, я побегаю. Чё, Агри? Отчет на пол. Отчет на пол. При слове атака, Агри. Леру. Подсос можешь дать БР? Или нет? Нет, не, 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 не отвлекайся, Машер, БР. Дай, пожалуйста. Подбеги наверх. Угу, спасибо. Шейдер, каску по себе дай. Бычик голову, у тебя по мане нормально все? Я вообще не хилю. Ребята, кастер близко стоит, к мобу можем сейчас улететь. Дай, пожалуйста, этот. Улетят, значит, этот. Не соблюдает тактику. Дай, пожалуйста, баф Стаму. Стаму, дух защиты тему. Кому-кому? АОЕшкой дай. Достанет ли? Блять, упал. Не достало. Убегай. Чего страшного, что ты упал? Главное быстрее добегай, потому что настакивается дебаф. Нажми таунт на босса, таунт на босса. У него и так, это, таунт на босса, агро на нем. Просто ему надо стоять в мили-зоне, чтобы его доставало милишними атаками. Готовимся, после этой платформы будут взлетать. А все, не веди, ДК, не веди. Все равно он сейчас всех в центр пойдет. Ну, с центра тогда РТД отойдете. Эти. Не, спрыгнули. Прыгнули, прыгнули, прыгнули. Я пипи его прохил. Угу, на квадрат. А, вот что-то постою, пожду. Слишком.
На тотем сагрился, не могу зарубить. Отлично. Я встану. Встал. У тебя сверху не должно быть. Все хилы стоят снизу. Пробафайте. Корсона прохил. Секунд. Ну, сейчас будем прыгать. Прыгнул вниз. Вниз. Вот, сука, петушара. Ебать ты воет. Просто какой-то рофл, блядь. Три раза пытался активировать, а четыре. Сука, ну как он скучный, ты пиздец. Валя масло. Опа, создают так. Ты сверху пожилой ДК? Да. Плохо. Оставьте это моба. Оставим, да. Оставь. Так. На поле полезли. Не спрыгнули. Рано еще. А добивай. Не добивайте другие, моба. Другие танки заберите, босс, пока что я далеко очень. Никто Костом и Микстурк. Давайте перевели мобайл. Так, ДДшники, играйте, по-моему. Еще дальше или так остался? Нормально. Я сейчас заберу там. Не води ты его нон-стоп, Микстур, ну промахи же. Ну летать я по комнате буду, как ловить потом? Вышли сложно. Промахи. Будешь сам потом ловить, царь, окей. Столб ноги лишний плод. Метеор, готовимся. Двигайтесь нон-стоп. Двигаюсь. Ты видел, да? Ну, потому что на не на одном месте. На вас летит, сразу с того места отбегать. Маш, лопасос, дай полочь дану БР. Играем по трэшу.
подняли шамана, пробафали. Маба одного отведи. Служим. Второго отведите. По первому стоп. Стопнули. Стопнули по мобам. Стопнули по мобам. Не добейте мобов. Раньше метеора. Следим. По трэшу сыграли быстрее. По новым фениксам. Чё по гель? Конец. Геру. Кдшилось. По трэшу играем. Отводи этого. Отводи одного. Второго захватите с меня, пожалуйста, иначе я сдохну. Служи, главное, выходим. Второго отводи. Успели одного долить? Да, этого второго, оставьте. Да, второго. Оставьте. Следим, не умираем. Вышли. Бля, мы рофлите, парни. Так, что у нас по БРам? Юки, чувана надо. Турбойс. Бэйр. Лук рахил. Не вставай. Там лужа прям. Могу забирать. Это главное, не убейте. Добили. Новый. Бой сопробафайте. Уже вышли. Хорошо, мобов. Главное, не добейте, ребят. По-моему, вы сейчас лишних добили не вовремя. На танках. Добили. По-новому милишники играем. С малым хп с меня забери. Служим. Напуливайте мобов. Служи. Чё ты милики вообще по мобам не бьют? Чё, офигел? Зачем станом тебе это? Стоп, отрыв. Стопнули. Не добейте только. Ребят, раньше времени не добейте. Не умирайте. Ебать. Вот это, бля, рофл, ебать. Вы не успеете выбежать, это просто рандомно. А поскольку по вам прилетает? Смотри, по 7500, 7200. Не 7500, ваншот просто прилетает. Всем привет. Здорово. Привет. Играем. Учимся, играем отбегать. Не убейте одного, отводи. Второму милишники пока играют. Метеорит готовимся. Смотрим. У бычьей головы есть ШП? Не. Не, Артём, это фигня полная. Что именно? Кто там умер? Лазитан? Ну, в смысле, я двигался по прямой траектории, просто прямо, да просто сверху. Бейте. Бейте, пока что. Пока что бьём 4 минуты до берсы. Всё нормально. До берсы 6 минут. А, 6? Ну вот. 54%. Метки показывают. Потому что у вас ДБМ привожу.
Да не, у нас герса была по нему. Не добейте Феникс. Феникс. Это, кстати, по нему, потом слетка, и после этой слетки уже персонаж. Лишний флот. Корс на прохил. Новых подводи. Так, парни, можете умору на один трай буквально сменить, либо на первого босса, может, мне просто уже срочно надо сдать. По времени это минут 7 в магазин и обратно. Ну пока иди, чё бы, у нас БРов нету. Что по трэшу? По одному. По одному стопайте пока что. Идем милишку свет. Инер пропал. Опа, создай. А, Маш, дай Инер. Царь, дай ему на ману. Постоял хант вообще сбоку нахуй. Его просто зацепило. Ну, меня сейчас шотнул, меня атака. Бля, Лара. Выведи. Сколько у нас там? 4. Потому что... По одному это пиздец. Минимум в двоих должен прилетать. Если не три. Нет, тоже ваншотит. Ну вот смотри, меня не ваншотнуло, хотя я там стоял. Видишь, как откинуло? Ну куда ты? Выбегай сюда быстрее. Мобов под босса. Вы не просто бегаете, вы еще и прыгаете в это время. Не да по одной не траектории. То, не то, что прыгать, бегать. Просто смотрите вверх. Летит на вас, отбежали. Мужа! Это все. Слушай, вышли. Добьё тяжело. Не добивайте. Блядь. Не добейте. У нас по ДПС он будет слепать. Ну, нет, не надо даже так. Кроем перекурчик большой. Да. Давайте сейчас, если вайпнемся, давайте все в одну точку станем, посмотрим, как нас ёбнет. Слышишь, РЛ? Вообще не бьет, если все в одной точке стоят. Давай сейчас в одну. Не хочешь попробовать это с первой фазы угольков оставить немного? А вот что у меня в проход не толкает? Ты имеешь в виду штуки 2-3 не добивать? Все в одну точку, встаньте, где эти уголь Алара, фениксы, все сюда. А что если вообще всех не убивать, да? Но всех не получится, это больше танков вообще надо, потому что они вот, тоже... Вот смотри, подожди, больно. Подожди, три человека в одной точке, примерно, стоят. Ох, только одна я была. Троих убила. Ох, хп мне только снесло. В ближнем бою. Да. Вот, что там одна осталась? Чё, корень? Я предлагаю сапрота выпить, чтобы... Надо успевать выбегать, и все. Иначе нас откинет, и мы потеряем ДПС. Можно стоять в куче, и вообще, по-моему, дамаг не пройдет, и не нужно будет никуда выбегать, стараться. Или можно стоять это... Ну он пройдет, но это будет не ваншот далеко. Но ты понимаешь, что, блядь, все будут стоять в одну точку, некоторые выбегут, некоторые не выбегут. Некоторых шотят, некоторых откинет в ебеня. Тёма, ты умер от чего? Правильно, от мелкого моба. А почему? А потому что, блядь, Феникс был далеко от танков, и танки не успели среагировать. Потому что у нас рейд убегает хуй знает куда, блядь. С этой вашей паникой, ебаучина. Нет, поэтому да. Все умирают, нахуй. Типа, можно по 4-5 человек, сказал, можно да. В кучках стоять и все, типа, чтобы не все в одну точку бежать. Окей. Пошли курить. Все это шло. Артём. Ну смотри, по поводу сбегания, бегства. То есть сейчас на меня упал метеорит, когда я был просто в движении, вот просто прямо бежался, но рядом других игроков не было. То есть либо мне спидов не хватило, чтобы просто выйти из зоны, допустим, либо я не знаю, как это работает. Надо бежать по самому краю. Вот смотри, зеленый человечек, бычья голова. Вот здесь надо бежать, так как метеорит будет в самом центре. И, соответственно, если ты будешь в самом краю бежать, то метеориту нужно будет дольше лететь к тебе. Соответственно, ты быстрее можешь убежать.
Да он падает за секунду. Не про то, даже не про это. Ну, по крайней мере, я вот сейчас сдох. Я выбежал с метеорита и сдох просто от уголька, потому что я его переагрил. Мне сразу шотнуло. Можно, смотри, у меня есть альтернатива, то есть не сбегаться все вместе, а просто поставить две метки, поделить группу. Там в чате написал ДК, что 3-4 тела, не ваншотает. Смотри, на второй фазе, вот там, где я стою, допустим, точка, там, где Войд стоит, точка, и там, где Шреддер бегает, точка. Не, ну если танки, блядь, стоят в центре, если на взлетке. Если вы не можете выбегать, то лучше, конечно, вам... Царь, подожди секунду. Но... Вот, танки стоят в центре, вот там, где сейчас чулан примерно бегает. Три группы, грубо говоря, все делятся, то есть, ну, примерно равные. Если чуть больше, чуть меньше, похуй. ДК говорит, если 4-5 человек, не шотает. И, блядь, летит метеорит, танки стоят в центре, они в любом случае успеют. То есть, один танк заберет босса, еще второй заберет Феникса. Вот, три точки, там, где Шреддер стоит, там, где я стою, Элрей Рога, и там, где Войд стоит, Звезда. Три точки, куда сбегутся люди на взлетающем яйце, вот. Метеорит. В центре стоят танки, вот здесь вот. Один забирает босса, второй забирает, блядь, трэш, чтобы не было вот этой хуйни, что типа, блядь, убежал куда-то человек и убил его трэш. Если танк, если, точнее, ДК говорит верно, что типа 4 человека не ваншотает яйцом, то по идее... Да не ваншотает, блин, Элрей, не ваншотнет, если ты будешь в одной стоять. Он наносит 2 урона, когда метеорит падает и когда он превращается. Когда метеорит упал, он нанес урон, и где-то там 2 секунды, чтобы выбежать с этой зоны. Если кто не выбежал, то их раскинет в разные стороны, блин, и потом бежать. Я знаю, царь, я знаю. Вот за это я ни разу не умер от метеорита. Ну, блин, вот видишь, я тоже ни разу от метеорита не сдох. А другие не могут, значит, лучше сбегаться, если лучше потерять ДПС, чем умирать. Как раз наоборот, перебежки ты теряешь ДПС, если чё. Ну так, перебежка-то откуда? На метеорите он имеет в виду. Плюс у нас на первой, блядь, фазе, сколько нас? Двое умерло? Это проебанный один БР и пожилой ДК просто... Я там пизданул одну хуйню, что милики вообще трэш не бьют. Стоп, давайте объективно. Артём, давай просто поставим три метки, поделимся на три группы, условно, и... Под переходку зачем, просто будем сбегать. Зачем делиться на три группы, скажи, зачем? Потому что... Сейчас я кофе отойду, пожилуй, ДК, да, напишу, Сар, я прочитаю. Объясняю еще раз. Если не три группы, то пускай весь РВА бегает в одной весь половине. Естественно, все сбегаются в одну точку, и все. И никакие, зачем три группы какие-то делиться, что-то придумывать сложно. Метеорит упал, просто разбежаться. Вопрос. Сколько он тулит, когда приземлился метеорит, и он крутиться начинает? Сколько он там бьет? По 14к. Если ты попадешь, не успеешь выбежать, то тебя отбросит и нанесет 14к урона магического. Ты не сдохнешь, но ты отлетишь, и пока добежишь, он уже взлетит наверх. Вот в чем проблема. Выбегать надо где-то рейндж 10. На X2 тут увеличен рейндж вот этой вот АУЕшной зоны. На X10 он не такой был. Он был меньше. Хотите, я задам вопрос? Смотри, гигант за 5 секунд получил 3 дамага. Первый дамаг — это от возрождения Алара на 14 косарей. Потом environment falling, то есть когда падал метеор, еще 17 косарей. Когда Алар приземлился, нахуй, он еще получил 22 косарей. А умер он не возле точки. Ну, он стоял близко. Значит, там как крылья большой рейнс. Есть такая штука, называется прожимка у танков 4Т4. Я ее давал на взлетке, когда метеорит падает. Ты думаешь, я 2 раза давал, и в эти 2 раза кто-то все равно падал. Ну все, наверное, не можем. Наверное, не можем разбежаться, значит. Наверное, потому что нету стаков. Или были стаки. Были стаки, я ж Феникса бил. Он взлетает, у меня время есть там сколько? 20 секунд. Ладно, вот я линканул в чат способность, называется пикирующая бомба. Вы все видите, что там написано? Ну ладно, вы не видите, наверное. Алар поднимается в воздух над центром арены, превращаясь в живой метеор, который падает на землю под случайным противником, причиняя 23 928 урона. Равномерно распределенный между всеми целями, попавшими под действие бомбы. Возрождение.
Восстав из пепла после пикирующей бомбы, Алар наносит 17532 единицы урона от огня всем противникам в радиусе 15 метров. Ну, то, что я и сказал. 2 секунды дается, чтобы вот перед тем, как он возродится. Вот из этого метеора. 2 секунды, чтобы отбежать. Возникает вопрос. Вот смотри, ты умный человек, подойди вот сюда. Я поставлю луну и задам тебе вопрос. Я сейчас вышел. Вот кто-нибудь есть умный в рейде? Подойдите в луну. Давай, я зайду, покажу. Вот здесь в луну упал метеор. Здесь находится центр метеора. Если я буду стоять относительно центра вот здесь, ну еще там 10 человек стоит, никто не сдох. Когда босс начнет восставать, он откидывает всех, правильно? Да. Туда, в какую сторону я полечу? Вот на мне звезда, в какую сторону я полечу? Смотри, если ты... Спиной к... Туда, нет, куда стой, если, а если я встану ровно... вот с этой стороны, то в какую сторону я полечу? Опять ты... Смотря куда он упадет. Я вот еще раз объясняю. Полететь. Центр метеора вот в луне. Череп, ты должен полететь. Если вот он упадет в луну, ты стоишь вот здесь, вот ты отлетишь вот сюда. Ты вот. Что, царь, не слышал? Вот. Я же говорил, что центр метеора в луне. Что тебе непонятно? Если я стою здесь, я отлетаю в череп. Если я стою здесь, я отлетаю в центр комнаты, правильно? Если стою здесь, нет, ты отлетаешь в тот дальний-дальний угол, далеко-далеко. Какой дальний угол? Сейчас я тебе метку поставлю. Короче, что вы порешали? Вот, пока... примерно вот здесь, вот, где синяя метка, вот здесь ты приземлишь. Вот тебе метка. Подойди, встань вот относительно луны. В какую сторону ты сейчас полетишь? Вот сейчас ты в какую сторону полетишь? Покажи мне. Еще раз, вот синяя метка. Вот синяя метка, видишь где? Это знаешь, о чем говорит? Ты знаешь, что это означает? Ты был на профи на взрыве зеленого слизня? Да я понял, но зачем? Можно выбежать и ловить вообще дамаг, понимаешь? Да пошли, пожалуйста, на одну минуту в отдельный канал. Я понял, о чем ты говоришь. Ты в курсе, что типа сместиться всем и отлететь вот сюда. Пожалуйста, лишний флут, блядь. Сейчас. Артём, можно тезис на 30 секунд, внимание? Говори, пока они спустились в другой канал. Может, там альтернатива так... такая. Делится рейд на 2 или на 3 группы, ставится 3 метки. Блять, мастер, ты пиздец флуид любишь. Дай, можешь дать 30 секунд тишины, я объясню, зачем это делает. Если рейд будет сбегаться в одну метку, весь рейд получит урон. При этом 5 хилам придется выбирать, либо отбегать от босса, либо хилить. Если поделить рейд на группы, урон расплитится, и только треть рейда получит урон. И только треть рейда нужно будет разбегаться. А хилы, которые будут стоять в других метках... Я понимаю, что он не сразу... Стопните нахуй флут, заебали уже, блядь. Лишнего на этот флут убейте. На самом деле не было... Поставь, пожалуйста, шкаф. И не просто ресните, пожалуйста, этот ворот. На самом деле не было такого, чтобы метеор ваншотал. Это, походу, после фиксов только шляпа. Значит, просто подняли урон, чтобы рейдеров убивало вот это. Да-да, потому что, видишь, он, потому что, ну, вот как он меня убил, я, короче, тупо бежал, ну, бегу нон-стопа, просто прямо. Мне пишет, типа, он летит в вас, блядь. Но я продолжаю бежать, не останавливаюсь, и я, ну, просто взял его. Ну, точно, такая же абсолютная история. И ваншотнул. Так, зашли. Ребят, вам 3 метки есть. Кто умеет выбегать, выбегает. Кто не умеет, встаем кучно. Или в череп, или в печеньку, или в луну. Есть один, правда, маленький нюанс. Не-не-не, Артём, ты их поставь, вот, не знаю, сейчас, погоди. Дай на лочедан какой-нибудь. Это хуёво. Они далеко сильно друг от друга, и люди не успеют просто перейти. Нам же еще босса в это время набить и ловить. Зачем нам 3 метки? Поставь одну, в одну метку все сбегутся, и все. Кто не успеет, выбежит, тот отлетит. Кто успеет, все нормально будет. Все. Ничего. Царь, если ты внимательно... Все. Одна метка, это будет вайп. Я еще раз вам говорю. Нет. Хилам придется выбирать. Либо бежать, либо кого хилить. Кого выбирать? Там дамаг вообще маленький будет. Кого они будут хилить нахуй? Для этого... Сейчас 105 лут пробафали, пожалуйста. В печеньку сбегаетесь, сдохните. Будем это думать по-другому. Сейчас раним так. Можно я маленькую лепту несу? Если эту печеньку перенести вот сюда, где сейчас умора стоит. Вот где умора сейчас стоит. Эту печеньку перенести сюда. То есть босс взлетел, сбежали все в печеньку. Когда остается одна секунда до падения метеора, я говорю, побежали, и мы все бежим вот этот угол между флагом и вот этой вот дугой, то есть вот в эту щель. Пока мы сюда бежим, босс в любом случае в кого-то из нас полетит, пока мы бежим сюда. Но пока упадет метеор,
мы уже все будем чуть дальше, чем он упадет, и когда босс выйдет из этой хуйни, даже если кого-то откинет, он полетит вот сюда, ровно в луну. Тогда лучше не вот сюда поставить, а вот сюда, либо босса ближе к этой метке ставить. Потому что, опять же, мы будем тратить время на перебежки к этому боссу, вот и все. Да, плюс, если мы держим его возле входа, тогда нам надо будет себе еще возвращаться до босса, пока добьем, доведем его. Да, надо, значит, не около входа держать, а где-то ближе. Будете вести от печеньки, бежать в тот угол. Да-да, просто главное, чтобы все бежали, ну, одним кемпом, потому что когда он в любом случае уходит в этот кемп, просто все полетят не в разные стороны, кто куда, а все полетят направленно в один. Это как на лече в комнате, да? Да. Тём, только босс, да, пускай держит вот здесь вот. Еще маленькая фича. Потом выйдут. На первой фазе, на 10% босса, РДДшники могут просто стопнуть ДПС по этим маленьким дракончикам. Танк ДК свободный, который танчит одного, он на изи соберет 8 мобов. 8 мобов ДК танк вытаскивает. Один. 8 мобов сливаются за первую фазу, минус 25% сразу. Каких 8 мобов? 8 птичек. 8 птичек. Потому что на первой фазе берсы нету, милики могут ковырять сколько угодно. А РДД просто подводят лоу хп, оставляют им по 10%, наступает вторая фаза, даем геру, переводим сразу этих всех 8 мобов, и сразу минус 25% у босса улетает. Нет, смотри, мы оставим моба 2, где-то, 2-3, потому что 8 мобов это слишком жестко. Скорее всего, не просил. Нет, так, просто 8 мобов ДК танчит. 10 ваншот тут, а не ДКшника, заряженного. 8 он танчит. Давай, да не надо столько, у нас и так хватит ДПС. Ну 5-4 максимум, короче, сейчас посмотрим, что получится. Тыкнешь, что он. У нас есть 3 БДК. Если все 3 БДК с 4 Т4, у нас почти под каждой метеорой есть прожимка. Да. Алис, спекайся, пожалуйста, ванхолик. Обратно. Ванхолик? Дальше. Виби, давай обратно в рейд. Далее, играют все по мобам на второй фазе. Надеюсь, понятно. Их уводят, играют остальные РДДшеры, также доливают моб. РДД, приоритет у вас на второй фазе, это мобы. Убить мобов надо не во время, когда он в метеоре. Надеюсь, не, Виби, я извиняюсь, что перебил, я не видел ни одного рейда, чтобы мобов сливали до взлетки. То есть они, вон упал, они вылезли, чтобы их слили до следующей взлетки. Не видел ни в одном рейде. Они маленькие, нахуй. Конечно, блядь, маленькие. Мы стопаем специально, нахуй. Довести там до 500 тысяч и отвести, и все. И забить на это. Метку, блин, Тём, переставь, пожалуйста, вот сюда. Вот сюда вот отбежи. Блядь. А перекиньте в диси там человека. Сейчас. Там не только магические. А зачем мы его траим? Мы можем его вроде обмануть, не? Можно скипнуть его, да. Нам-то главное токены, блядь. А не эта хуйня. Тут вообще шмот давно. Ну да, бесовый плащ, бесовый топор, а бесовое это? Кольцо на РДД, вообще, блядь, говно. Говно шмот. Что тебе больше даст, бесовое кольцо или Т5, нахуй? Вот срать я хотел на ваше Т5. Алиса, тут срать я хотел на ваше. Ну чё? Ну, 2 декада. Чё ты хочешь её на мобов? На первой фазе стоишь на мобах внизу. Забираешь. На второй тоже? Только первый начинаешь. Нет, на второй она будет... Да, я думаю, поначалу на мобах, а... Или нет. Да, давай на мобах, Алиса. Тебя не должны сорваться. Тебя хуй знает. Если сорвёт, посмотрим по ситуации. Так, смотри, тебе надо будет собрать мобов, далее чуть-чуть тактика изменится. Сколько у нас? Сколько у нас перелеток огненных перьев на первой фазе? Три. Три. Три, да? Раз.
2, 3, 4, 8, 12. Первый все сливаем трэш. Короче, 6 фениксов заливаем, остальные РДДшники. Она подбить до 200 тысяч хп. Даже давайте лучше до 400. Остальных фениксов оставляем, Лиса. Твоя задача будет, когда 6 фениксов сольют, РДД должно будет оставить по 400 хп на фениксах. То есть это примерно первая взлетка будет. Даже примерно где-то на ромбике, на втором клубе. Будете оставлять как его, по 400 тонн хп. Дальше. Соответственно, будем оставлять 6 мобов примерно. Если у всех должно быть по 400 тонн хп. Надеюсь, понятно. Это с расчетом того, что берется. Даже можно по пол ляма хп оставлять им. С расчетом того, что живые бомбы и тому подобное их чуть-чуть подраздамажит. Далее начинается вторая фаза. Даем геру, заливаем этих фениксов. То есть заливают РДДшки. Надеюсь, понятно. На второй фазе кто босса ловит? На второй фазе давай микстурка словит Корстон, также трэш. Новый, понимаешь? Ну там посмотрим, там я если что по ситуации вам скажу. Угу. Доктор тут. Я билд меняю на ДЦ пока, секунду. Бычья да. Голова может в ДЦ спекнуться. Так я уже начал. Ты можешь в ходике быть, у него спек второй. ДЦшка. Так я уже билд меняю. Плохо. Ну, меняй билд. Ничего, ладно. Бычья голова так там... Чё, мне ДЦ, холик? Холик, холик. Бычья голова, у тебя Т5 есть в холике? Нет. Нет. Что, что нету? Сколько... Как мне дораться до Лачудана, чтобы он не хилил малой волной исцеления? Вот как просто, скажите. Ну, зачем тебе на него дораться? Малой волной исцеления будешь килить, когда у тебя будет 4-5. Надеюсь, помогло. Эксперты собрались, да? Угу. Все, значит, на второй фазе на взлетке сбегаемся плюс-минус печеньку, и от печеньки бежим в сторону этого... Как эта хуйня называется? Черная, скажите. Вот это штандарт. Вот висит. Вот это висит, да, штандарт. Блин, да до флага далеко, легче просто вот... Не-не, просто нам нужно направление, чтобы оно было одно для... Направление там, будет, там, звезда. Ты сейчас увидишь, нас раскинет в разные стороны, нам будет далеко оттуда прибить. Будем чекать. Не получится, будем бить по-другому. Проблемы еще есть? Я думаю, нет. Просто он реально не должен вам что-то. Можно просто поставить три точки прям сразу и делать по-другому. Да это не метер вам что-то. А что тут от меня ваншотнуло? А то, что я был в метеоре, просто прыгал, выбегал с него и был возле него, меня нихера не ваншотило, потому что я выбегал до того, как он приземляется. Наносит два урона при приземлении, когда он перерождается. Вот. Ну, не знаю. Я просто на стопом бежал, не останавливался и умер я за моделькой черного круга. Чё, поменял спек, все хорошо. Хоть зона больше. Еще попиздим. Ну так мы ждали Кокса, он тут что-нибудь еще. Подожди, подожди секунду. Друид первая группа. Ну так вы пиздите, мне не, этот не дает и сказать, чтобы лопасос зашел. Лопасос, заходи. Я ждал ДЦ, чтобы фласка не тикал, я здесь. А уже. Я все, нормально у тебя, Кокс? Чек на да. Тактику же знаешь? Угу. Отлично. Отчет на пол. При слове атак. Алис. Микстурк. Да-да-да. Давай. Геру. На полную микстурку дайте, иначе опять я сорву игру. Поставил нормально. Нормально.
Первый феникс. Этого сливайте. Корстона, я так понимаю, квадрат, мой крест, да, будет? Да. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Сколько там до потери? 40 секунд. Последняя перелетка. Будет сейчас. Сколько в Вибе бегает? Еще 30 секунд. После первого платформы. Угу. Тут ничего медведь не меняет. На этой платформе сразу после этой платформы перелетка. Точнее, после креста. Лиса, под босса веди уголь, чтобы мы доты накидывали и на босса, и на уголек. Веди только не через рейд, пожалуйста. Вниз. Побегнули мне. Вниз. Перед. Осторожно, микстурка. А, там тоже микстурка? Нормально. Петушара. Чего, квадратик кто стоит? В квадрате? Никто. Если в ром полетит, это будет жопа. Нет. Он сейчас полетит на первую платформу. Он не летает, просто он законный. А у нас было раз, что он в ром летел? Нет. Он по часовой. Да, все правильно, летает исключительно по часовой. Он может стартануть с разных платформ. Близко не подводи, подводи его сразу к стенке. Угу. Новый. Просто напрохил. Повтори, на боссе я, да, на втором? Да, подальше. Ну, в первый хватаешь ты, потом Алиса заберет. Потому что она переагрит он фурики 100%. Да-да. Потом садишься с Корстоном на прочь. Угу. Второй. Вот этого доводим. Заберите, не убиваем. Заберите. Забирай, 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 забирай. Гро, братан. Доводим, главное, не убиваем. Стопайте еще. Уже по нему. Еще один, стопайте. Главное, не убейте. Алиса, нового. С меня. Там доты висят.
Уголь. Маша, Берри, Пипио. Шесть секунд, перья. Вниз, 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 вниз. Же. Быстро игнули, быстро, быстро, быстро. Главное, не убейте. Лис, около квадрата будет уголек. Все, по-моему, вам стопните. Стопните, не убейте мобов, пожалуйста. Танка. О, Лопасос, беги. Беги, Бэйр, быстрее. Кто-нибудь станкните босса, пожалуйста. Барб в стойке. Нормально, нормально. Он сейчас прилетит. Ничего сложного. То, что меня подняли, прохилили сразу. 5 стаков. 7. Он не встает. Дал БР. По тебе, Корсон. Нету БР. Первая платформа ловить. Ладно, буду я бегать сам. Бегай сам, то дадим. Ну и как, мы в два танка будем? Да. А чё чувак не дал? Дал БР, у него БР КД. Не прошел БР. Я понял, чё, разве что не подводят, что ли, мобчик? Моба подводите, ребят. Нового мобов подводите. Здесь новый. Главное, не убейте, а если сейчас новый будет. Ну надо, чтобы микстур на боссе был. Она сорвет. Аккуратно, Алиса, беги. А чё, рейнджа взрыв трупа 30 метров, что ли? Новый. Да, 30 где-то. Одного моба у Алисы, одного моба убейте, потому что прошивает слишком сильно. Возможно, не прохил. Может, стартуется так. Одного моба убейте. Одного не больше. Не всех. Все. Подводите, у которого хп есть. Че, через сколько там это? Сейчас. Бери через 7 секунд. Сейчас будем прыгать вниз. Аккуратно, не убейте мобов, ребят. А нового уголька лови. А, не-не-не, нормально, нормально. Сбилось все нахуй, походу. Таймер. Да, таймер чуть-чуть сбился. Бьем пока что. Алиса прохил. Прохил, Винар. Дим, дай общую прожимку. Да. Один лям остался. Теперь перья. Чуть-чуть помощь еду, да? Так, перья. Вниз, вниз, всем вниз. Все, перевели босса, вышли с центра. Центр вышли. РДД по этим, как его, по мобам. Ну я не могу босса догнать, но он уходит. Чего с боссом вообще творится? Аккуратно, ушли из цели. РДД по трэшу. Милишники по Фениксу. Служи вышли. Ой. Геру дали. А, Гера рано. Тавр даш. После митинга. Ты минус 13%. Изи, ёрбана. Давай. 17%. Отлично. Так, настроили, они лежат плохо. Так, ближе к урну. Ближе к печеньке стоим, ближе. Хоп-хоп-хоп-хоп, рано побежали. Рано бежать. 5, 4, 3. Побежали в сторону звезды. В сторону звезды побежали. Вот вообще никого не ваншотает. Сейчас он спустится. Ребята, Лещ. Танки. Тут и стой. Главное этот, подводи. Подводи. Трэш, Алиса. Трэш под босса. Алиса ханта сейчас убьет. Блять, я снаплом не могу на нее перекинуть. Поставьте. Лужа. С
ложа. Плохая идея, Алисе мобов то. Ну да. А что они так делают? Да они рейд ходят. Стопники нахуй, на поле. У нас два танка, один держит этот, как его, босс, другой держит трэш. Побежали. А чё, я не в курсе. Это сказали уже нахуй. За рейдом следи. Тишина там, блядь. Милики, отошли быстренько от черепа. Блядь, ну... Сложа. Сейчас будет жесть. Лоу хпшных мобов победите. Так, Алиса, переключайся на босса, Дима на трэш. Босса забери, отлично. Будешь отводить этот, как его, трэш, который лоу хпшный. Окей. Метеорит. Служи вышли. Бьем по мобам. Лис, не бегай, стой на месте, тебя не шотнет. Побежали. Я с мобов убегаю. Ай-яй-яй, блядь. Добейте одного. А что у вас сейчас весь рейд летает до метеора? Не от метеора он летает, от того, что маленький. Гальков добили и полетели. Раздамажим мы пока что у гальков. Лиса, твоя задача будет как-то заагрить у гальков на себя. Она заагрила уже, я одного. Побежали. Ага, только отлично. Не добейте. Побежали. Добивайте моего быстрее. Все, иди, сейчас добьем. Маша, далеко. Алиса легла. Алиса легла. Ложимся. Ну, два танка такой себе. Это так. Жесть. Сейчас у нас Корстон. Давай-ка в ДД. Сейчас я попробую покончить. Да я здесь палом, изи всю вторую фазу и собирал, отводил. Соло. Я не знаю, потому что это ДК, а не паладин. Да ну, если что, я могу зайти, если надо. Не надо, нормально. Чего вы поменяли Алису на тракше, не понял? Потому что два БР только, и третий танк умер. Лёх, и смотри, маленькая фича. Не, ты, Алиса когда... с самого начала, ну. Вообще для танков. Вы на платформе танчите? Стойте прям на самом, краешке, чтобы вас, если что, доставали хилы снизу. Антох, я вот... Ты сейчас ради интереса, я вот тело не покидал, я вот лежу, где я умер. И посмотри. Самый у меня хила вообще не проходила. Сейчас ну и старайся, либо зеленку отдавать, да, либо зеленку, либо кровь, либо что-то. На каждый раз, когда ты забираешь босса, вот он к тебе летит, подлетел в мелизону, старайся. Его за 2 секунды убили. Да, понятно. За 2 секунды ему могли прохилить кто-нибудь, да. Хила не было вообще. Ну да, потому что у нас Арштам до сих пор с малой волной, блядь. Ой, блядь. А чё, Шаман, он это, ну, не воспринимает он как-то, что другое? Я не знаю. Я предупреждал по поводу одной метки и того, что хилов раскидал. А, чё ты? Ну, тут... Просто шаман с волной, это как холипал с вспышкой света. А ну, как говорите, бы... Да подождите, а что вы говорите малая волна? Вы вот это видите? Где ты видишь тут малую волну? Я не понимаю. Я не кануть нахуй. Вот волна на первом месте. Какие еще вопросы могут быть? Я тебе сейчас линкану нахуй. Блять, скинулась. Так что ты хочешь? Объясняю, почему ты лег танк. Пока перебегали, появился босс, хилов раскидал, а пока дошли до ренджа, вот танк лег, вот и все. Нет, и нас пожалело, как было мало. Он же вроде вверху умер, на первой фазе нет. Корстон, подняли, а, Корстон. Там, давай, там он лег просто на... Там он просто лег в лосе, вот. Сейчас Корстон починится, ставлю шкаф. Он хилит нормально, он волной исцеления хилит. Она у него на первом месте, если чё. Так, Кортон ДД спекнулся. Сейчас будем... Эминар, так же всё делаешь на первой кто фазе. Кто продаст фазку на СПД?
блядь. У меня только ЛКшка. Везде дай. ЛКшную только дам, могу дать. А сколько там СПД дает? 125. Ну, но...